Александр Дубровин узнал о трагедии из интернета. Сейчас продолжает следить за новостями. Помочь пострадавшим считает своим долгом. К этому призывает и других. Пусть приходят, сдают, это и для здоровья полезно. И плюс помощь людям, тем, которым нужна кровь. И не считая даже терактов, а так все равно кровь нужна каждый день на операции, на все остальное. Пусть приходят, сдают, последствий никаких нет для организма, только положительный кровообмен происходит. После проверки пригодности для использования в медицинских целях кровь поместят в хранилище. В случае надобности ее отправят в Керчь в специальных боксах с постоянной температурой. Очень много откликнулось на эту трагедию, которая случилась в Керчи. Пришло больше, чем обычно. Больше 20 человек пришло, сегодня сдало кровь. Как бы это для нас хороший показатель. Сдать кровь в центре переливания можно во вторник и четверг до полудня. Потенциальный донор должен получить консультацию врача.